Вы человек лопатый. Секундочку, надо понять, что она стоит. Она боится. А, боится. Она боится и бежит. Ну, уже, наверное, уже устала. Не получилось. Да не, спасательная операция. Вот этот трос над нами, по нему никто не полетит. А, или это... А, это кабель. Мне вот интересно, как правильно эту дистанцию проходит. Но он пошел по нижней и просто держал его за эти палки. Так, тут видишь, они перегиб идет палок. Сейчас вон трое будут подходить. Ярик уже прошел дистанцию. Я нереально попала вообще! Я что, самоубийца прыгать? И по-любому надо все это отпустить, и тупо он ее подстрижет, пародил. Угу. И по-любому падать. Мамочки! Что там боятся? Ну, я так понимаю, ребята
с одной компанией вот это, да? Справа. Переправляется на доске. Спасибо вам! Это было круто! Все, эмоции получила девочка. Сейчас эти пойдут. Ну. Просто реально, как они пойдут. А наш-то папа где? А, вон они, вон они. Оп-оп-оп-оп-оп. Можно вообще на палки забить. Ну вот там вот в перекрестии проблема будет. Да. Но. Ну, тут видишь, по-любому ее просто нужно просто прыгнуть вниз, я ее прошипила, а тут же там, ну, то есть ей нужно вот это. Тяжелее, когда вы сюда вот здесь переходите. Да, да, да. Они сильно хотят девочку, а у меня будет Это моего.